Не выношу людей. Ненавижу. Существо прямоходящее в принципе не вызывает уважения само по себе, в какой-то степени мыслящее, в какой-то степени даже разумное, но при наличии гибкого позвоночника вместо хорды имеет обыкновение пользоваться этой гибкостью себе во вред. Разум при своем наличии обыкновенно отдает первенство физиологии, тем самым сводя к нулю всякие преимущества, свойственные от рождения, но забываемые из поколения в поколение. Во многом примитивные, в чем-то даже отвратительное устройство человеческого организма, казалось бы, должно быть компенсировано за счет других сфер его развития. Но этого не происходит, как бы кто этого не желал и как бы кто к этому не стремился. Но ведь и кроме людей в мире достаточно вещей, достойных внимания. Ах, какая хорошая у вас собака! Впрочем, собаки все исключительно хорошие, плохие только люди. При всей своей мнимой любви к жизни люди постоянно в смерти упражняются, жрут, пьют, курят и всем этим испражняются, дерутся, убиваются, грызутся и даже без презервативов ебутся. Но за что я действительно ненавижу людей? Они боятся революции. Совершенно, казалось бы, необъяснимое строение организма, какие-то непонятные полости, выпуклости и отверстия, половине из которых за время всей жизни не находится достойного применения. Не совсем ясно, как всем этим пользоваться, как от всего этого избавиться и что лучше. Дальше так же мучиться или освободиться и воспарить. В результате получается безусловное преобладание неразрешимых вопросов над маловразумительными ответами. Такое преобладание, что их можно все записывать и смело ставить на полку, пускай пылятся, что в принципе и делается на каждом шагу. Вернее, за каждым письменным столом и на каждой книжной полке слишком много неопределенности, что можно бы было смело плюнуть и опустить руки, или плюнуть на все и наложить руки. При всей своей мнимой любви к жизни люди постоянно в смерти упражняются, жрут, пьют, курят и всем этим испражняются, дерутся, убиваются, грызутся и даже без презервативов ебутся. Но за что я действительно ненавижу людей? Они боятся революции. Человек отвратительный на каждой стадии своего индивидуального развития и массовой деградации, начиная с сопливого, бессознательного, эгоцентрического детства, да даже с бессознательного брыкания в перинатальной стадии, когда все воспринимается как занятная игра или не воспринимается вовсе, через расколотую на две самостоятельные половины зрелость, когда далеко не все воспринимается как игра или не воспринимается вовсе, и заканчивая снова сопливой, бесполой, эгоцентрической старостью, когда все снова воспринимается как игра. Или не воспринимается вовсе. При выборе одного из двух на каждой из трех стадий чаще всего выбирается вовсе. Или не выбирается вовсе, что в принципе еще комфортнее и проще. Как раз эта бездумная пассивность и раздражает больше всего. Хочется какого-то обособленного существования при малейшем соприкосновении. Но самое ужасное состоит в том, что я отношусь к тому же виду, но это ведь не повод себя не ненавидеть. При всей своей мнимой любви к жизни люди постоянно в смерти упражняются, жрут, пьют, курят и всем этим испражняются, дерутся, убиваются, грызутся и даже без презервативов ебутся. Но за что я действительно ненавижу людей? Они боятся революции. При всей своей мнимой любви к жизни люди постоянно в смерти упражняются, жрут, пьют, курят и всем этим испражняются, дерутся, убиваются, грызутся и даже без презервативов ебутся. Но за что я действительно ненавижу людей? Они боятся революции. Жрут, пьют, курят и всем этим испражняются, дерутся, убиваются, грызутся и даже без презервативов ебутся. Но за что я действительно ненавижу людей?
не боятся революции. Устал от пирогов, устал от ложек, устал от мышей, устал от кошек, устал от лопат, устал от топоров, устал от гигиен, устал от комаров, устал от культуры, устал от политики, устал от похвальбы, устал от критики, устал от бутылок, устал от трубок, устал от пробирок, устал от трупов, устал от стекла, устал от бетона, устал от яблока, устал от лимона, устал от грехов, устал от вины, устал от шума, устал от тишины, устал от января, устал от марта, устал от Камю, устал от Сартра, устал от стихов, устал от прозы, устал от сахара, устал от фруктозы, устал от Давида, устал от Соломона, устал от апокрифа, устал от каноля, устал от травм, устал от порезов, устал от переломов, устал от протезов, устал от любви, устал от ненависти, устал от уйди, устал от прости, устал от недотрог, устал от вещей, устал от ревности, устал от забвей, устал от гламура, устал от слизи, устал от существования, устал от жизни, устал от незнакомцев, устал от друзей, устал от себя, устал от людей, устал, 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 устал. Они боятся революции.